Спортивные эстафеты между командами студентов и школьников вошли в добрую традицию. Вот и в этом году в зале спортивного комплекса «Звезда» встретились команды Оренбургского госуниверситета и школ номер 10 и 12. В течение почти часа участники состязались в ловкости, быстроте и выносливости. Для многих участие в подобных конкурсах – дело привычное, поскольку они являются активистами городских и республиканских соревнований. Поэтому и здесь все собраны и слажены. В таких соревнованиях они могут проявить ловкость, быстроту, различные качества, как выносливость, как чувство коллективизма, потому что эстафета еще это коллективная игра. Тут чувствуешь не только ответственность за себя, но и за команду, которая с тобой вместе. В упорной борьбе команда школы номер 12 набрала наибольшее количество баллов. Они опередили главного соперника – команду студентов вуза. По словам Марата Ерманова, они надеялись на успех, но не ожидали быть первыми. Победить помогла как хорошая физическая подготовка, так и сплоченность коллектива. Наверное, командой дух настраивали друг друга. Никто не унывал, поддерживали, как могли, кричали. Команда у нас дружная. Тренеру спасибо, тренировал нас. Как говорится, нужно и проигрывать с достоинством. В соревнованиях студенты ОГУ заняли второе место и ничуть не расстроились этому. Главное, говорят ребята, весело провели время и получили только позитивные эмоции. Все соревнования, вот эти вот, эстафета, баскетбол, волейбол, все это замечательно. Спорт – это здоровье нации. В рамках недели здоровья соревнования и эстафеты проводятся во всех организациях города, для участников которых главное быть не первыми, а быть здоровыми. Айгуль Мухаметшина, Сергей Николаев, Владимир Прищепа. Новости.